Ну и в продолжение дорожной темы. В городе появились очередные выделенные полосы для автобусов. Автолюбителям стоит быть внимательными на улицах Гагарина и Интернациональной. Ездить на личном транспорте по этим крайним правым полосам теперь нельзя. Об этом предупреждают специальные знаки и разметка. Кроме того, теперь запрещена остановка на улице Гагарина на крайней правой полосе. Ранее из-за припаркованных автомобилей там постоянно образовывались пробки.